Челябинец представил себя Колобком и закатил истерику. Он голым катался по полу прямо в салоне красоты. Я еще не делал. Это сон. Не сон, говори. Или меня отравили. Не знаю. День в этом салоне красоты в доме 39 по улице Столяров выдался неспокойным. Во время работы с клиентом забежал неадекватный челябинец без одежды и начал кататься по полу. Вслед за ним гнался другой мужчина с битой. От увиденного у клиентки салона красоты случилась истерика, а владелец вызвал на место охранников. Прибывшие секьюрити не стали выгонять безумца. Затащили обратно в салон и вызвали медиков. Помогите! В итоге безумца увезли на скорой. Как рассказали очевидцы, до появления в салоне красоты этот мужчина бегал по подъезду многоэтажки и кричал непонятные фразы. Он прыгал на стены и стучался в двери. Видимо, один из жильцов хотел решить проблему грубой силой и схватился за биту. Скорее всего, мужчина употребил запрещенное вещество и поэтому устроил такое представление.